Всем привет! Вы на канале Артемия Охота и Рыбалка. И сегодня мы были на охоте и застрелили черка свистунка. Как вы видите, у него такой прикольный раскрас. У него такие прикольная голова, мне нравится раскрас. И крылья. Остальное все я потом расскажу, как мы его вообще сбили. И на самом деле мы были на причале и охотились на вашингтона. Ну, видимо, северянки какие-то. Стрельнули, но они далеко были, кто-то стрельнул по ним. И, видимо, ему отбило их все крыло. Потому что у него его здесь вот разбито полностью. И вот здесь вот разбито. Крыло. Я не знаю, как он одним крылом полетел, и потом я добавил, правда, кровь стрелась, но был выстрел сюда, оно пошло, вот сюда был выстрел, наверное, пробило глаз ему, пошел насквозь голову, или подожди, как этот выстрел пошел? Не, пошло отсюда, получается, попало в другой. Ладно, пошло отсюда, попало в глаз, вышло отсюда и отсюда вышло, получается. И, ребята, и самое интересное, то, что он упал далеко-далеко. И, видимо, кто-то там пошел за ним, и поняли то, что это мы его сбили. И оставили нам на машине на капоте. Ладно, ребята, всем удачи на охоте, всем пока!